Всем привет! Здравствуйте, друзья! Мы вернулись из Санкт-Петербурга, и вот мы снова в нашем прекрасном Иваново. Да, вот после любой перспективы города видно хорошо. Мы надеемся. С вами дуэт Black Velvet, Анастасия Умлау и Антон Огурцов. Йоу! Мы в прекрасном настроении, потому что мы в Питере провели незабываемую неделю. И получили массу положительных эмоций. Участвовали в разных абсолютно штуках, было куча концертов, эфир на радио, выступление даже на площади. Ладно, это мы все расскажем в следующую пятницу. Да. Не открывай все интриги и все секреты нашей поездки. Да, хорошо, потому что масса видеоматериала, отснятые фото. Вот, будет подробный отчет. Будет подробный отчет в следующую пятницу с видео, с фотоматериалами. Да. По поводу всей нашей поездки от начала и до самого конца. А сегодня мы хотели бы выразить благодарность. Кому? Да. В первую очередь мы выражаем огромную благодарность человеку, без которого бы не состоялась наша чудесная поездка. Это Сергей Миролюбов. Сергей, большое спасибо. Спасибо Сергею за финансовую поддержку, за то, что он терпеливо слушал все наши выступления, за то, что он с нами выпил все за нас. Я не знаю, как выдержал его печень, все это. Сергей большой молодец. Это супер человек. Да, да, на таких людях земля держится. Следующая благодарность выражается Анне Трипольской, да. Потому что без ее материнского участия мы бы жили на вокзале или в нашем автомобиле. Она нас приютила, разместила, накормила, обогрела. Сводила в Эрмитаж. Да, за что ей большое спасибо. Так сказать, приучила нас, прикоснула нас к прекрасному и заставила прикоснуться к прекрасному. Она нас не заставляла. Да. Сподвигло нас прикоснуться к прекрасному. Сподвигло нас. И спасибо ей огромное за коробку от обуви. Даже не коробку, а крышку от коробки от обуви. Да, потому что мы в последний день выступали на Дворцовой площади, мы играли просто, что называется, на шапку. Мы взяли коробку от обуви, написали наш инстаграм и коробку эту потеряли. Ну, Black Velvet, собственно, персоной. Зато у нас очень много теперь подписчиков в инстаграм, потому что все теперь находят нашу коробку и сразу подписываются. Чего я вам желаю. Следующую благодарность хотела бы выразить Саше Миролюбовой за то, что первое наше выступление она снимала нас на телефон. Да, под дождем. Под дождем стояла, трудилась и снимала нас. Мы посмотрели, нам очень понравилось. Да. И за наклейки. Следующая огромная благодарность клубу «Обитель». Диме Савину. Да. Лисе. И Олечке. Да. Эти люди очень гостеприимно к нам отнеслись, как к родным. Они нас разместили. В клубе «Обитель» состоялся обалденный концерт. В клубе «Обитель» мы снимали предыдущий блог наш. Нас там накормили, напоили. Спать уложили. Спать предлагали, да-да-да. Хорошо, что почти. У нас был запасной вариант. Вот. Большая благодарность этим чудесным людям. Отнеслись со всем сердцем и душой. Да. Солянка... Уже сильно скучаем и хотим вернуться к вам обратно. Любим, обнимаем. Да, солянка была очень вкусная. У кого чего, у кого пройду. Арт-директорам. Илье Назарову. Илине. И Максиму Жанову. Без этих людей не состоялись бы наши выступления в клубах. Большое спасибо. Следующую благодарность хотела бы выразить Александру Лепинскому и радио «Город Кудрово». Да, нас пригласили на эфир, мы его записали. И вообще Александр очень интересный собеседник и вообще прекрасный человек. Следующая благодарность абсолютно неординарной персоне – это Алексей Романенко. Журналист, человек-энергия. И даритель цветов. Да. Большое спасибо тебе. Следующая благодарность Лизулечке Огурцовой. Да, спасибо. Хорошую почву испытала. Она была всю поездку с нами, она нас снимала, фотографировала, поддерживала, направляла. В общем, ей большое человеческое спасибо. Thank you. Огромная благодарность известнейшему в Питере магазину Castle Rock за прекрасные куртки и ботинки и за скидку на эти чудесные товары. Надеюсь, что мы неоднократно посетим шоу Castle Rock, чего и вам пожелаем. Огромная благодарность всем, кто приходил на наше выступление. Да, это отчаянные люди, которые пренебрегли тем, чтобы сидеть дома, взяли и пошли на наше выступление. Мы это очень сильно ценим. Следующая отдельная благодарность магазину Retro Деталь и лично Артему Мраму. Артем, во-первых, поддержал нас своими финансами, во-вторых, он пришел на наш концерт, сказал нам, что слова, нам было очень приятно. Друзья, магазин Retro Деталь, как Retro Любитель, всем рекомендую. Следующая важная благодарность родным и близким
за терпение и понимание. Ребята, оставайтесь с нами, оставайтесь такими же терпеливыми, вы большие молодцы. Следующую благодарность хотелось бы выразить Котляровым, Игорю и Виктории. Они организовали шикарнейший фестиваль, они большие молодцы, энтузиасты, они не ленятся, они преодолевали большие трудности, я сам знаю, что такое быть организатором. И фестиваль просто прекрасный, мы с удовольствием посещаем и, надеюсь, будем посещать. Так держать, ребята. Ждем нашего приезда зимой. Надеемся, все получится. И скоро увидимся. Ну и в завершении благодарности хотелось бы обратить внимание на работу просто необыкновенного, прекрасного звукооператора Станислава Маркова. Да, потому что такого звука мы не слышали давно. Звук гитары был отличным. Да-да, и вообще весь звук был просто прекрасный, человек настоящий профессионал. Всем рекомендую. Ну а сейчас мы вынуждены с вами прощаться ровно до следующей пятницы. И в следующую пятницу подробнейший отчет о поездке Black Velvet в Санкт-Петербург. С вами были Анастасия Лавов и Антон Огурцов. Всем пока. До скорой встречи.